Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Гардероб. Так, давайте мы с вами в прошлой серии проверили весь дом, что да и как. Теперь у нас две локации, так сказать, открыты, куда мы можем телепортироваться. Либо берег, либо мы можем пойти к Луне, в скобочках метеориту. Давайте пойдем на берег. Так, хорошо. Нам предлагают пойти... А, ну это довольно малое место. По отсылкам, что здесь? Я вижу только одну отсылку. Пока что, пока что. Первая отсылка — это Ням Кэт. Это я не знаю. Так, совершенный загар. Черный мужик, загорающий под лунным светом. Шутите, да? Стойте, неужели, блядь, это, знаете, это сейчас, вот это сейчас был черный юмор. Почему? Типа белый, ну как, мы, да, вот, типа белый, ладно, так уж быть. Заграем под солнцем. Хотя, становятся черными, когда, короче, утром, знаете, заграем. А он заграет, чтобы стать белым. Вот, еще, ребят, одна ссылка, я только что заметил. Это у нас отсылочка к губку Бобу, это губка Боба, это Патрик. Ну, конечно, Патрик немного плохо сделанный, если вот так будет. А мы не можем присоединиться к каждому встречному, только потому что... Что? Потому что это приключение, приключенская игра. Блин, ну, я, вы понимаете, я не буду уточнять то, что, типа, он постоянно ломает четвертую стену. Или третью стену. А порой эти профессиональные игроки яблоко немного заигрываются. И почему мой игрок такой идиот? Почему? Возьми яблочко. Должно быть, кто-то не так понял правила. Должно быть, ты отчаянно уже больше никуда раз говоришь с котлом. А с какими грибами? Так, подожди. Сам это делай. Ученый. Эта кровь не предаёт ничего хорошему. А это твоя машина времени? Это твоя машина времени? Yes, да, но это еще экспериментальный образец. Ты так обычно говоришь, когда что-то не работает? Он работающий, вот увидишь. И все, наконец-то перестанут называть меня сумасшедшим за худшим парнем. Худым парнем. Не, такой уж ты худой. А я что говорю? А почему ты весь в крови? О, ничего такого. Маленький форс-мажор во время работы над другим проектом. А сколько ты уже порешал? Не глупи, я провожу эксперимент на мертвых телах. А это тела были до этого живыми? Ну, если трупов не хватает, то да. А чего ты ждешь? Кажется, ты недавно в заводе, чего ты ждешь? Я заказал новый Красбургер онлайн, старый сломался на время карбюратора. Красбургер! И он до сих пор не перешел. Я все высказал в службе поддержки на это бешеновский.com. Это бешеновский. Сегодня в интернете и правда можно найти все, что угодно. Да, ты даже не предл... А люди уже с ума сошли. А я скоро вернусь. Я еще одну ссылку нашел, когда посмотрел на этого челика внимательно. Это куб, ребята, это куб компаньон, ну, скорее всего, это сердечко нарисовано за его ногой. Это у нас куб компаньон из игры Portal. Машина времени. Это ученый должен быть посмотрел слишком много эпизодов Доктора Кто. Раз, отсылка к американскому сериалу Доктор Кто, который перемещался в синей будке полицейской. Ну, здесь, конечно, она не полицейская. Не надейтесь, за что можно засунуть все, что вздумается мне в ребро. Эти печаты говорят сами за себя. Слушай, ее изобретили в несколько пикселей. Может, лучше с ним поговорить? Ладненько, погнали тогда сюда. Окей. Так. Туда некуда пойти. Ну, в принципе, ребята, здесь я не вижу никаких таких отсылок.
А, не, вижу одну. Первая — это у нас отсылка на Исеете по боже... Ну, про... Если вы читали Библию, то понимаете, о чем я. Который раздвиг морем с помощью посоха. Вторую я вижу... Ну, блин, я не могу... Не знаю, скорее всего, это тоже пасхалка. Но я могу очень сильно ошибаться. Это у нас покемон. Да. Покемон, но я могу очень сильно ошибаться, повторюсь. Твой обычный... Your usual Charlie Brown. Charlie Brown. Can't you see it's stuck in the thorns? Не видишь, что он застрял? Can't you see it's stuck? В типах? Can't you see it's stuck in the thorns? В шипах. Your usual Charlie Brown. Charlie Brown — это который типа воздушный СМИ пускал, чтобы это молния ударила, если не ошибаюсь. Knowing Benjamin Franklin is watching me from up there with utter contempt. Пугает то, что с неба крайне презрительно на меня смотрит Бенджамин Франклин. Или Бенджамин Франклин. Are you serious? Если же серьезно. Так, художник. Банка краски. Can't you read? Читать не умеешь. Это белая краска. Can't you read? It's a white paint can. Там же не... А, понял. I obviously can't take а, that я away точно не могу забрать ее. Even if I'm now dead, даже несмотря I still на то, что я мертв, я думаю, не очень удобно будет марать мою кости. Ладно, художник. I can't even даже imagine не представляю, не смогу, что нужно state. Делать, чтобы... I can't even imagine how his back came to be in that state. Знаешь, я сейчас... Подожди, это художник. У него нету уха. Я могу ошибаться, ребят, но это... А безумный художник, который существует. Который я, как обычно, не могу вспомнить название. Блин, Пикассо? Нет. Не помню, ребят. Он, короче, тоже себе ухо отрезал. Can I bother you могу for я second? Вас немного побеспокоить? Like я хочу поговорить с вами Cthulhu. О на вашем... He can't hear он тебя you. Не слышит. Деваленок. Мне кажется, он подозревает, похож на мужика. А так, кто ты вообще такой? Exactly я Пан, злобная часть совсем этого мелкого ничтожного человека. Он держал меня годами, не слушал меня. Но знай, если ты настоящий на что-то сдерживай, рано или поздно они вырвутся наружу. И вот, тра-та-та, я правлю балом. Это, знаете, типа, когда ты хочешь срать и пытаешься сдержаться очень долго, а потом оно вылазит. Да, неловкий момент. Откуда у него на спине все эти раны? Он захватывает душу, неправда. Ну, так сказать, бесследно, порой очень кроваво. Скажу так, любой подвигнувший этому в раз теряет все чувства и может начать истязать сам себя. А если он выживает, то ему... Так, его разум переходит под мой контроль, так ты уже мог заметить. Парни, а чем вы вообще занимаетесь? У нас тут заделся на большой, очень большой обман. Я не мог, мы не могли больше выносить столь требовательное и не так уж поощрительное нашу работу. Так что он, то есть, мы потратили все его сбережения на эту пещеру, которую мы чисто случайно сделали до исторической, нарисованной насколько роспись. You're really an evil mastermind. Ты злой гений, no еще тот. Ты хотел сказать, что мы очень злы. Оставлю вас заниматься делом. Ты же зачем? Ты знаешь, что зло не дремлет. А вот это что? Я не знаю, может это быть отсылка к чему-то типа... Подождите, глаз. Нет. Если бы это был пингвин, я бы сказал, что это Гантер из «Время приключений», но нет. Диск. Похоже на металлический диск, застрявший в камне. Я правда не знал, как мечта детства становится яви. Посох. Если это и есть Красное море, то кто-то точно перезвучил деталь во время... Что? If that is meant to be the Red Sea, someone must have hugely exaggerated the storytelling. I prefer not to risk finding a snake under my sweater. Не хочу, чтобы у меня под... I prefer not to risk finding a snake under my sweater. It's surely more fun to do it with tomato soup. С томатным супом этот трюк выглядит... Томатным супом это выглядит довольно весело. It's surely more fun to do it with tomato soup.
С томатным супом, это, скорее всего, ребята, на фильм. Я не помню, это русский фильм или это же снова же зарубежный фильм. Про Джона Всемогущего или как-то так, я не помню точного названия, где он, раздвинув своими руками, суп, короче, раздвиг. Наконец-то, по-настоящему разумная форма жизни. Это корабль напоминает мне о том знакомстве, так, происшествие в тех году. This reminds me of the famous 1947 accident, but I'm not a U.S. government agent. А это он имеет в виду про упавший корабль инопланетянинов в зоне 71. Зона 71, кажется. I wouldn't really know where даже to не start. Знаю, откуда начать лучше избегать. I wouldn't really know where to начать start. Лучше избегать проблем. FBI, ФБР, агент Скинни. Walter Skinny. Уэлт Скинни. Так, ну в принципе все, здесь у нас ничего такого нету. Могу я краску тогда сюда набрать? Ты же понимаешь, что эта просьба бессмысленна, да? Почему? Ладно, инопланетный диск. Так, ребята, отправляемся, значит, по карте дальше. Пока у нас есть время. У нас много времени, на самом деле. Эй, второй, знаешь, кто круглый, мягкий и солнечный? Помидор? Нет, тупица. Славный ребенок. Сколько раз вам говорить, я завязал с детьми. Теперь я фруктанец. Что это еще за хрень? Я им только фрукты. Да и только которые падают с дерева, с земли. Да ты неделю не продержишься. Вот увидишь, ты и правда белая ворона в нашей семье. О, здорово, мумия. Как дела? Так, что здесь у нас по ссылочкам? Раз, два, три. Я вижу как максимум три отсылки. Первое, это на цветик. Если вы играли в Undertale, то вы знаете, кто это. Взломный цветок. А пришелец, это у нас из 8-битных игр. И на пришельцы, которые вот так падают. А данная роза, это у нас, в которой в банке, замешан в банке. Это специально у нас отсылочка к... Красавица-чудовище к мультфильму Диснея. О, фонарик. Когда был я маленький, у меня... О, вот, тихо. Скорее всего, он пустой, поэтому заряжаем. Светик. Так, нужно спойлеры, что я даже не знаю, с чего и начать. Мне не нужно твой ультрафиолет. Что? Я кислотный малый. Так, опьянить, опьянённо тебе. Ах, любовь, навечно запечатан в бессмертном состоянии. Ну, до такого момента, когда дерево не срубят. Пришелец. Теперь понимаешь, что имели в виду эти, когда предсказали, так, вторжение на планете на 60-80-х годах. Я был уничтожен кучу народа, стреляя в них со своего космического корабля. Уме. He's undoubtedly the life of the party. Он душа вечеринки. It's always a pleasure to see. Я всегда рад встрече с тобой. Ага, все. Ну это вообще какая-то короткая, ребят, локация. Пиздец, какая короткая. Есть какие-то отсылки? Ну, можно отсылку вот это, конечно. Ну, я не уверен вообще. Вообще не уверен. Они даже не будут ни к чему это предлагать, как отсылки. Ну, больше, в принципе, тут ничего такого нету. Поэтому мы передвигаемся в дом. Мы можем осветить монстра. А значит, мы можем еще увидеть какие-то пасхалки, ребята. Что за фигня? He really got me. Он уже so меня credit to him. Подловил. Ох, ну теперь мы можем все разглядеть, ребята, что мы еще не видели. Вижу пасхалочку, раз. Это у нас отсылка к Марио, да, это у нас звезда, которая дает бессмертие на время. Ложная бабайка. Мелкий наглец. Он точно дело пойдет.
дальше пойдет. Fun, eh? Веселый, весел, да? Тайлер не хотел, чтобы я мешался под ногами, поэтому он запер меня здесь, но мне надо было бы чем-то заняться. Тайлер, мой старший брат, это его вечеринка. Мне было так скучно, и я подумал, что буду забавно пугать каждого, кто начал заплыть в чулан. Был бы я на твоем месте, страх бы не отделался. От страха бы только не отделал. Блин, я бы сюда еще, знаете, отсылку добавил, если бы так бы нарисовали меликом. Ладно. Сверток. Опа. Откуда все эти плакаты? Эти плакаты ужасного концерта, который проходит сегодня ночью на старом кладбище. Мой брат не хотел, чтобы все пошли на концерт, но за его вечеринки был, он и сорвал столько много. Они такими весерами клеили. Опа, ребята, у нас новая локация, куда мы можем еще сходить. Отлично, хорошо, еще что-то есть здесь. Вьетнамские патроны из-за солнца. A Born to Kill. Не хочу предполагать, к чему это. Ла-ла-ла. Могу теперь взять. Если раз говорит, то я возьму его байку. Бери, ты заслужил. Изи, изи. Так, туда нужны батарейки, я помню. Я не знаю, что с этим делать. У нас слишком много предметов. Так, ну в принципе, погнали на кладбище. Вау, здесь уже призраки. Именно серьезные. Лопата взять. Так, Стэн, Оливер. Диксбек, Бенни. Ним. Но этих парней я не знаю, не знаю. Сэр Даниэл Фортенско. Неужели это отсылка к... Ой, блядь, какой Ромео? К Ярик, Ярик, Ярик. Голове. Потомский... Так, ладно, поехали, по порядку. Могила Оливера. Стэн и Оливер, это случаем не фокусники? Ребят, это скорее фокусники, если я не ошибаюсь. Мы с Рональдом любили смотреть их черно-белые фильмы. А, это значит комики какие-то. На двух могилах в плитках написано одна и та же фамилия. Тут внизу холодненько. Даже после смерти они не потеряли чувство юмора. Мы с Рональдом любили. А, подождите, я все... Рональд и я любили смотреть их черно-белые. Так, ним. Okay. Ладно, ангел, конечно, падает с небес, но это вот какой-то глубоко вошел. Я сразу себя обойдусь без святости. Это не по мне. Крот, 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 это отсылка, ребята, это отсылка. Я не помню, к какому мультфильму, но это отсылка. Или к игре, я не помню. Но это точно отсылка. Ага. Фатальный эррор. Ля. Если ты так хочешь пообщаться с верхом этажом, я бы придумал тебе путь поинтереснее. Статуя на городском кладбище в честь одного из героев моего игрового детства. А, все-таки это из игры. Я даже не представил, не мог, что однажды у нас будет мне хотя бы человечество на месте. А, челюсть на месте. Так, давайте, наверное, сохранюсь. Ты уже много прошел. Так, хорошо, это я не знаю откуда. Так, потоковые накопители. Мне нравится, интересно, сколько откровенных чудных станет результатом боли, если мне серьезно. Лол, шутки, шутки, шутки. Вот это тоже может отсылка быть к челюсти, я не знаю. Зачем мне потоковый накопитель, который накапливает? I don't think it would be very easy to get this grave to a speed of 88 миль в час. Great Scott! Святые готики! Так, ребята, здесь могут уже быть снова отсылки. Первое. Это у нас отсылка, скорее всего, к Думу. И так оно и есть, потому что здесь у нас ХП, броня, патроны, потом
персонаж, да, это персонаж Doom. Куб, это может быть к чему угодно, но, скорее всего, к Марио. А, некроморф, я не знаю откуда. Вот эти... Это челик у нас из «Охотники на привидений». Это был второй фильм. Огромный зефирный человек. Это у нас мем. Во многих играх этот мемчик. А вот это уже из другой игры, где пришельцы попали на какую-то планету. Им нужно было выбраться. Не, подождите, это тоже клик-квест. Тоже квест. Про людишек, скорее всего, которые на планете. Вот это можно сразу к отсылке отвести, просто именно лицо знакомое. Это у нас... этот. Как его зовут? Гомер Симпсон. Ну, это у нас масоны. Это у нас знак каракатицы из уже... DC. Не, стойте, не DC, с Марвела. Черная каракатица. Группа. А, они на все пойдут, чтобы скрыть своих рубки волоса. А что он сделал себе? А, склеил рот. Как, если он даже собственную песню не может спеть? At the very least, it can't be said he lacks self-deprecation. Страдает от чего? At the very least, it can't be said he lacks self-deprecation. Hey guys, эй, парни, can I have some of your firecrackers? Ask your mother to buy some. Мамку твою спроси, пусть она тебе даст. And get out of our way. И давай попробуй не видеть. Что? At the very least, hey guys, can I ask your mother to buy you some? Купить тебе. And get out of our way. Не видишь, мы заняты. He has a promising career as an arsonist ahead of him. He has a promising career as an arsonist ahead of him. Карьера поджигателя. Ой, ребята, я забыл про задние фоны вообще. А ну что, здесь склеп. But that's grandma. Ну, это же бабушка. Бабушка Рональда. Я имею в виду. Так, ребята, я вижу уже две отсылочки. Первая отсылочка это Марио. Снова грипп. Это, ребята... У нас ребятки из игры Don't Starve. Это игра, которую я буду проходить, но не скоро, не скоро. Это у нас главный герой. Это из DLC про... острова, про море там. Девчонка из оригинальной. Из оригинальной это дровосек, это поджигательница. Надеюсь, что после смерти ее короткое зрение не пришло в норму. Тогда с легкостью смогу выдать себя за Джонни. Из-за кого? Рональда. Hi, grandma. Привет, бабушка. Я Рональд. Ronald. Непонятное бормотание. Бабушка, я совершенно не понимаю, что ты там говоришь. Окей. Иллюминаты. Чё? Ах, ё-моё, прикиньте. Понятия не имею, что у них есть последователи в паучьих. I had no idea that... царства. In the otherworldly realm, в загробном мире очень сложно наладить какую-то любую работу бизнеса модернизма. Here lies Wilson, а здесь лежит Уилсон Персвадин, выдающий ученый, смертельно перезавший себя лезвием. Перерезавший себя лезвием, это, знаете, там есть борода у него. Ну, короче, он способен выращивать себе бороду, и он себя отрезал, короче, по ходу головы бритвой, там можно бриться. Here rests Woody, здесь лежит борода... Дровосек Вуди захоронился после того, как вдохнул чего? Паршук серебра. Here, а здесь лежит Улбрик, король обезьян, умерший от того, что несколько так... поскользнулся на банановой кожуре. Вечный покой здесь наша поджигательница Уилла, умершая от радости после огромного фейерверка. Так, паутина. Этот паутина такая крепкая, что по сравнению с ней колдунья Фродо из Фридо Дискай. Слишком липкий. В руке его взять не смогу. Тогда у меня получится доспех... Что? А не свитер. А не думаю, если переиграешь полку. Я не перегибаю. Так. Полотенце. Самый полезный предмет для путешествия... Путешествия... Автоматом по галактике.
The most useful object a galactic hitchhiker could have. Путешествие автостопом по галактике, ребята, это у нас отсылочка к мультсериалу. Автостопом по галактикам. Было все это. I don't think it would be able to give me the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything. И всего такое. I could use it like the его sail можно использовать как парус для... I could wet it to use in hand-to-hand можно... combat. Так, научиться драться. Only in case только of в самых крайних случаях. Я сначала... Светильник. Светильник живой, это у нас снова же отсылочка к Красавице и Чудовищу, скорее всего. А теперь вопросы в таком духе, что мне делать. Так, у нас есть лопата, подождите. Давайте за ней фон еще смотреть, может, что-то я найду. У нас есть лопата. A bit of lateral... О, коса. Не знаю, ребята. Что мы можем здесь вообще делать? Опа, клоун, смотрите, это уже... Повернулся. Да, это с фильма оно, я был прав. А что нам нужно было этому челику дать? Я уже не помню. Тебе лучше не ошибешься рядом here. С этим парнем. Кем ты разговариваешь? С игроком. Player. Игрок за экраном. Так, давайте ему пиво дадим. On the house. За счет заведения. Никогда не стоит отказываться от пива. Hey, эй, ты, что ты там задумал? Take away. I would kill... Подожди, так мы ж налили ему, разве нет? Worse than mixing beer. I'd rather... Что? Worse than mixing хуже, beer чем and coke. Акулу с пивом. The janitor doesn't look like a guy who likes hard alcohol. Ага. И что мне тогда делать? У нас с вами очень много всего. Но что с этим делать? У меня даже нет вариантов. I can't believe someone threw away my wardrobe. Кто-то выкинул мой шкаф. And how should I do that exactly, genius? Я не знаю, что делать. А, будка самоубийца, ребят, это оно со ссылках к Футураме. Too lazy to wrap a noose around your neck? Чтобы, that bridge is too far from home? Да, ближайшая the suicide booth is your solution. Суицидная будка. Select the type of death among the available смертей. Options. Первая, медленная и болезненная. Fast and painless. Вторая, быстрая и безболезненная. Третья, глупая. I don't think there's anything clumsier than choking unexpectedly because of an allergy to plums. А, ты подавился. It's half buried. I can't do it with my bare hands. Наполовину в земле, голыми руками оттуда ее не вытащить. I think I'll suggest installing one of these near your house. Моим домом построить. You never know when the urge to end it all might hit you. Выпили тебя. It seems they also have a customer care line. Похоже, у них даже есть горячая линия. Now don't say I never do anything. Не говори больше, что ничего для тебя не значит. Так, подожди. Что ты говоришь? It seems they also have a customer care line. The telephone. Не, now don't say I never do anything for you. Подожди, ты для меня пока что ничего. Лопата? It won't work. Но что на заднем фоне есть? В принципе, я не знаю, что, ребята, делать. Поэтому мы сейчас будем с вами скоро юзать подсказки. Сказать. Так, к дому, подождите, у нас есть лопата. Да ладно, я могу в телефон в будку зайти? Я думал, это выход сюда. Ну, погнали дальше смотреть отсылки. Donkey Kong, хотя нет, навряд ли. МНК, скорее всего, отсылка к какой-то группе. А, масоны. Так, где трубку? Do you think telephone booths work for charity? Катастрофа, что?
Только не говорите, что я должен был запоминать. Do you think tele... Бля, ребята. Во, ребята, это уже отсылка к доктору Кто. Значок. Это и узнаю из тысячи. Вашими. Помой меня. Блин, ну, я не знаю, ребят. В принципе, мы можем теперь с вами искать номера. Только мне... Так, проверь... Так, прорез для монетки. Это прорез, который вставляет монетку. Я точно не хочу ломать. Like похоже на мелкое... Давай-ка попробуем рассказать тебе. Ты выставишь монеты и звонишь. Ясно? Так, ну у нас монеток вообще нету, ребят. Хотя... Nothing. Ничего, хотел бы я позвонить в вселенную. Может, это пришельцу нужно дать? Так, БМ. Сейчас пробуем, пробуем. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. Сейчас попробуем, если нет, тогда закончим серию. У каждого есть хороший план, который не срабатывает. Ну, ребята, тогда я не знаю, что делать. Давайте тогда веселиться вместе с ними. Типа танцуем, типа танцуем. Ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.